Всем привет, ребята! И вы на канале Kid Gamma Show TV. И мы сейчас с вами будем играть Roblox Побег из тюрьмы. Вот такая вот у нас тюрьма, и нам нужно отсюда выбраться. Как нам выбраться? Что-то даже пока не представляю. В решетку что-то нам не получается. Так, осмотримся по сторонам. Ага, вот он потайной ход, и мы удираем. Пойдем за человечком. Ага, привет, друг. Ты тоже сюда, тоже убегаешь из тюрьмы. Давай, пошли за нами. Кто-то пытается перепрыгнуть. Давайте посмотрим, как у него получается. Ого, кто-то поломался. Собирайся, друг. Что это? Мы тут сохраняемся, наверное. И у нас там какая-то жижа зеленая. Даже боюсь подумать, что это может быть. Ребята, напишите в комментариях, если вы знаете, что это за страсть. Так, не просто побег из тюрьмы. Перепрыгиваем. Интересно, за что же нас посадили? Что же мы такого наделали? Наверное, мы в прошлый раз много наловили покемонов. Перепрыгиваем и прыжок. Так, сохранились. Давайте попробуем теперь зайти в трубу. Интересно, что же у нас тут получится? Так, получилось первую перепрыгнуть. И еще разочек. И последнюю мы перепрыгнули. Вот это здорово. Попробуем сохраниться. Так, постояли. Что тут у нас дальше? Привет, друг. Ах, нам нужно подниматься на эти плиты. Забираться. Угу. Так, девочка наша, не подведи. Куда нам пробираться нужно дальше? Что-то тут непонятно. Вот это тут побег, у нас так побег. Это нам не в воришку Боба играть. Тут не так все просто, как кажется. Так. Ого, что там красное? Интересно, это лава или что? Теперь нужно забраться наверх. Поднимаемся. Угу. И у нас тут что-то интересное. Как это пройти, даже не представляю. Мне даже страшно. Боюсь. Раз, получилось. Два. Еще разочек. И еще. И еще. И давайте еще разочек. Все, получилось. Мы зашли в вентиляцию. Так, и что тут у нас? Кого-то только что разобрало по частям. И он снова появился, сохранился. Да, давайте, может, постоим на этом фиолетовом кругу. Может быть, и у нас получится сохраниться. Так, перепрыгнул у нас без проблем. Ну-ка. И что там она творит? Ну. Все, прыгала. Как сохраниться, ребята, напишите в комментариях, если вы знаете, как это сделать. Так. Ох, чуть-чуть на край не прыгнули. Да. Вот это побег. Ай-яй-яй, ой, боюсь, боюсь. Вот это высота. Дальше. И еще чуть-чуть. И еще. Все, сохранились. Куда дальше? Удираем из этой тюрьмы, скорей! Ого! А у нас тут не просто. Еще шаг. Теперь нужно повернуться. Куда спешишь? Ой, она только что была впереди нас. Все. У кого-то только черепушка торчит. Потихоньку, потихоньку. Спешка к хорошему не приведет. Нам нужно выбраться из этой тюрьмы. Главное, чтобы нас та девочка не столкнула. Потихоньку, потихоньку. Что ж она так прыгает-то? Давайте подождем. Все, перепрыгнула она. Так. Ну, мы ничего, будем не спеша проходить. Но главное выйти. Так, дальше что там у нас? Пробираемся. Мы куда-то прыгнули. И что тут у нас? Спустились.
И мы где? Мы в тюрьме? Мы не за решеткой. Вот она, наша решетка. Ага. Нам показывают. Вон туда. Сохранимся. Что тут у нас? Вентиляция. Так, забираемся. Давайте, зашли в вентиляцию. Вентиляционную шахту. И куда тут? Ого! Это что тут за коробки? Ключ есть? Интересно, ключ от чего берем ключ? Ключ от двери. Вероятнее всего. Так, нет, сюда ключ не подошел. Это что за полка? Ай-яй-яй, куда попали? Несем наш ключ. Куда же тебя ключ применить? Угу. Так, ты там, девочка, прыгаешь, а мы сейчас откроем и выйдем. Да отойди ты. Все, мы вышли. И у нас тут снова лазеры. А девушка с нами не вышла. Прыгает, прыгает, но помочь мы ей ничем не можем. Осторожненько. Тут полицейский. Вы, ребята, видели, какой он был злой? Не очень он доволен, что у нас получилось выйти. Мы разобрались, как сохраняться в этой игре. С самого начала нужно становиться на квадратике и ждать, когда игра запишется. Главное теперь в этой комнате не наступить на пол. Пол у нас какой-то ядовитый. Так, прыгаем по огнетушителям. Еще прыжок на швабру и все, мы вышли. Сохраняемся. Ого. И что с ним? Лазер. Угу. Не просто тут, нас тут распилят пополам. Ну, надеюсь, нам получится пройти. А это что было? Ага, мельница. Все, выходим. Да, вот это тут чудеса. Дверь заколочена, куда идти дальше? Эй, люди, тут есть кто? Мы такие маленькие, дверь такая огромная. Что тут нам нужно взять? Вон, вентиляция. Прыгаем. Тут тоже никого нет. Сохраняемся. И у нас тут с вами непростая задача. У нас тут ядовитый пол. И узенькие полоски, по которым идти. Ох, непросто нам тут будет. Но будем пробовать. Так, что-то никого не видим из своих знакомых. Все, наверное, или прошли, или не стали уже играть. Ребята, если вы играете в Roblox, побег из тюрьмы, напишите в комментариях, у вас получается или нет. Удираем. Мы вышли на крышу, снова сохраняемся. Угу. Что тут у нас за желтые круги? Ах, это нас могут обнаружить и вернуть назад в камеру. Не хотелось бы. Мы уже столько пути прошли. Так. Не спеши. Ага, все, сохраняемся. Ага, у нас тут желтый круг. Мешается нам на пути. Как же нам перепрыгнуть вот эту вот синенькую гнёшку? Еще разочек. И еще разочек. И последнее получилось. Куда идти? Туда? Куда туда? Туда. Идем. Кто там у нас? Вертолет. Мы сейчас угоним вертолет. Ну как? Вот они, ступеньки. Все. И что дальше? Вертолет упал, что ли? Что-то не пойму, куда мы зашли. Вот она, полиция. Ну куда туда идти? Там полицейские. А там море. Ну, давайте пойдем к полицейским. Руки вверх, они, наверное, заняты преступником. Нас заново посадили в камеру. И вот она, наша девочка. Эй, привет, подруга, ты куда? Мы тебя уже видели. Ну, что ты прыгаешь-то? Опять мы с тобой попали в камеру. Вот как отсюда выбраться, даже не представляю. Решетки, решетки, что тут потайное? Раковина куда-то показывает туда.
Наверное, что-то кроется под картинами, почему-то кажется. Неспроста показывают в эту сторону, показывают на картину. Точно, я угадала. И куда там у нас выйти? Это у нас труба. Мы спокойно можем идти по трубе. Вот это да. Сколько раз нам эти трубы попадались, а оказывается, по ним можно спокойно уйти. Сохраняемся. Снова ржавая труба. И у нас тут вентиляция. Главное не попасться по лопасти. Сохраняемся. Так, а тут у нас что? Ага. Из нас сейчас будет отбивная. Так, пытаемся пройти. Где мы? Что происходит? Еще шаг. Так волнительно. Ну, хочется выйти скорее отсюда. Ну все, ребята, вот и прошли мы 17 уровней, если их так можно назвать. Ребята, напишите в комментариях, как вам мой прикид, нравится или нет. Также напишите, как вам понравилась игра Roblox Побег из тюрьмы. В следующий раз мы пройдем игру до конца. Жду от вас лайков и комментариев. Ребята, напишите мне, пожалуйста, понравилась вам игра или нет. Мне очень интересно, мне лично игра понравилась. Очень интересная и очень захватывающая. Но на этом я с вами пока прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на мой канал Хисгамма Шоу ТВ. Выбирайте, что будете смотреть дальше. Не забывайте жмать на белый кружок с Микки Маусами на подписку. Всех люблю, всех целую, жду от всех лайков.